Добрый день! Вы находитесь на канале Арбат Хомс, с вами я, Фируз. Сегодня мы будем вам презентовать квартиру 2+1, которая находится в 300 метрах от данного пляжа. Это центр города Алании. Квартира сама с площадью 160 квадратных метров, стоимостью 130 тысяч евро. Это очень дешевая цена за такую локацию. Это самый центр города, здесь есть пляжи, кафе, рестораны, самые такие инфраструктурные решения, они все здесь. Велодорожка, которая находится слева, очень много прогулочных территорий, беседки, большой порт, прогулочные катера. Ну а теперь давайте перейдем, все-таки я вам покажу эту квартиру по такой стоимости. Мы с вами находимся сейчас около дома. Как видите, здесь нету никакой отельной инфраструктуры, бассейна и того, что мы привыкли видеть. Но за счет этого как раз и обслуживание здесь, айдат, который мы называем ежемесячный платеж, здесь 50 лир. То есть это всего ничего. Дом находится в прекрасном месте. Здесь есть два облагороженных парка. Поблизости есть овощной большой магазин, продуктовые магазины. Все, что вам нужно для повседневной жизни, около этого дома есть. Переходим в квартиру. Вот мы с вами и попали в саму квартиру. Здесь мы видим длиннющий коридор, санузел, гостевая комната, еще одна спальная комната, отдельная кухня, санузел. И самое главное, в каждой комнате есть по балкону. И все это за 130 тысяч евро. А теперь поехали, покажу все поподробнее. Вот о чем я вам и говорил. Большая гостевая, как мы ее называем, салон. Такая красивая люстра. В гостевой светлые стены, точечная LED-подсветка, радиатор. И сразу же есть прямой выход на балкон. Но в балконе мы будем подводить итоги. Поехали дальше. Прямо по коридору есть санузел. И в комнате, в которой сейчас снимает оператор, в ней нету мебели. Комната квадратная, в ней есть отдельный балкон, люстра, и она в таких светлых тонах. Забыл вам сказать, что здесь и в коридоре есть отдельный шкаф, в который вы можете свою верхнюю одежду повесить. Сейчас мы плавно переходим на кухню. Как вы видите, она тоже очень длинная. Смотрите, здесь место под холодильник, место под духовку, стиральную машинку, ну это уже на ваше усмотрение. Из кухни мы возвращаемся в коридор, в котором есть две спальные комнаты и сзади нашего оператора санузел. Сами комнаты большие, в одной из них розовые тона, в другой зеленые. Я думаю, розовая пойдет для девочки, а зеленая для мальчика. Есть свет, есть выходы на балкон, есть шкаф. В каждой комнате свой. Полы здесь ламинат. Всегда зимой будет тепло и не нужно будет подогревать. И не забывайте, что здесь подведено газ и есть отопление, свой радиатор, а я вас жду на балконе. Как вы уже заметили, эта квартира уникальная, она вся зарешочена. Но так как в Турции безопасно и в принципе решетки не нужны, но все-таки они у вас есть. Также балкон очень большой, как вы видите. Здесь есть мангал. Можно с разрешения соседей пожарить шашлыки, никто вам за это ничего не скажет. Ребят, давайте подытожим. Квартира 2+1, стоимость 130 тысяч евро. Еще раз повторяю, 130 тысяч. И подробную информацию вы можете ознакомиться на нашем сайте по номеру вот здесь вот. Квартира 160 квадратных метров, 300 метров от центрального пляжа города Алании, на котором, я вам как и говорил, есть кафе, рестораны и поблизости этого дома тоже все это есть. Подписывайтесь на наш канал arbathomes.ru. Всего хорошего, до свидания.